Главный тренер томской футбольной команды «Томь» Валерий Петраков, известный своей несдержанностью на язык, осенью пообещал за каждое нецензурное слово переводить на благотворительность по 1000 рублей. Игрой своих подопечных специалист был доволен не всегда, и, как оказалось, от бранной речи полностью отказаться не получилось. Журналисты программы «Культ тура» только за 3 месяца насчитали 55 произнесенных Петраковым матерных слов. Правда, рассчитаться за них главный тренер Томи не успел. Это сделал за него нападающий футбольного клуба «Краснодар» Федор Смолов. Соответственно, счету ровно 55 тысяч рублей он передал редакторам программы, и они уже перевели всю сумму на счет благотворительного фонда «Обыкновенное чудо». Там пожертвованию из столицы весьма удивились.